товарищ травматолог, ортопед, работаю в училище Олимпийского резерва номер 2. Параллельно еще работаю с командой RockTape, являюсь представителем команды RockTape и единственным пока инструктором по кинезиотейпированию именно этой, по этим схемам. Да? А кто-то что-то слышал, ну, наверняка все видели, да, знают о пластырях, о скотче, о ленте и так далее и тому подобное. Как ее только не называют. Называется это тейп, да, липкая лента. Что, в чем смысл, да, наклеивания кинезиотейпа, да, сразу перейду, чтобы нам не задерживаться, не мусолить тему. Кто-то что-нибудь слышал о анатомических поездах или миофасциальных меридианах по Майерсу? До прошлой лекции у девчонка, думаю. Отлично. Отлично. Пара человек, по крайней мере, будут понимать, о чем я и что я делаю в момент перед тем, как наклеить. Да? Ну, банально, значит, скажу, что курс тейпирования кинезиотейпом RockTape разделен на два курса. То есть мы проводим семинар по кинезиотейпированию, называемый, да, фасциальный, двигательный, да, тейпинг. И есть некий перформанс-тейпинг, или то, что улучшающее движение. И как раз миофасциальные меридианы более актуальны как раз во второй части. Да? Поэтому я краешком коснусь о том, что можно сделать с помощью ленты, как ее приклеить. Основной смысл кинезиотейпирования — нанесение на кожу. То есть он хлопчатобумажная ткань, растягивающая в одном направлении, только вдоль. Стандартные ленты 5-сантиметровые. Размер ленты стандартный, опять в упаковке, 5 метров. Есть по 32 метра. Есть 10-сантиметровая широкая лента. Есть 2,5-сантиметровая ленточка. Ну, больше используемая для пальцев или для детишек. Где-то мы используем на мышце. На одной стороне под бумажной, под фантиком, да, я его называю, нанесен медицинский клей, гипоаллергенный, на акриловой основе, то есть минимум вызываний там аллергической реакции на коже, но не исключено, то есть это бывает, особенно у детей, у пожилых людей бывает раздражение кожи, но, опять же, не за счет, там, скажем, клея, а за счет того, что кожа уже менее эластичная, снижен тургор, да, так называемый, и за счет этого возникает некое раздражение кожи, особенно по краям тейпа. Ну, это опять же детали. В чем смысл? Да, эта хлопчатобумажная ткань, по сути, имитирует нашу кожу, да, дублируя ее, раздражая все рецепторы, которые находятся у нас в коже. А у нас их там очень и очень много. Помимо болевых ноцицепторов, да, болевых рецепторов, барорецепторов и, да, там, проприорецепцию, на все это пластырь будет действовать, как бы вы его ни наклеивали. Это понятно? То есть как бы мы ни приклеили пластырь на больное место, он все равно будет воздействовать на проприорецепцию и уже даст хороший положительный результат. Даже не зная, как его клеить. В чем смысл, да? Тейп тянется, я сказал, и наклеивая на кожу в растянутом состоянии, он создает некий эффект приподнимания кожи. Что, для чего это нам? Вместе ушиба, растяжения, повреждения мягких тканей, перелома и так далее – развивается отек. Нижележащие ткани отекают, происходит воспаление, начинается давление на более высшие структуры, да, кожи, на, собственно, дерму, где находятся проприорецепторы, где находится болевая чувствительность, где находятся капилляры, то есть маленькие сосуды, вен и артерий,
да, артериальной и венозной крови. И также там же сформирована некая сеть лимфатических капилляров. Она именно сформирована за счет присоединения или разъединения дупликатур или на три части делится фасция, которая, собственно, и формирует сам сосуд лимфатический. Это понятно. Наклеив пластырь, он приподнимает кожу, создав дополнительный объем над поверхностью, где есть участок сдавленной ткани, что улучшает микроциркуляцию лимфатической жидкости и, собственно, капиллярной жидкости крови, венозной и артериальной крови, что способствует уменьшению отека. Уходит жидкость с места, с этого. Также за счет... Вы видите, как собирает пластырь кожу? Ну, я на примере. Я наклею на ком-то, и вы посмотрите, как это на кожу выглядит. Это основной его эффект. Это то, что мы должны, как мы должны проверить свою аппликацию. Мы всегда должны видеть эти складочки. Если только мы не используем кинезиотейп с целью фиксации, мы тоже можем его также использовать, как и обычный тейп. Спортивный. Слышали про спортивный тейп? Хорошо. Да, кардинально. То есть спортивный тейп используется непосредственно для фиксации. И только. Мы ничего не сделаем с помощью спортивного тейпа, то, что можно сделать с помощью кинезиотейпа. Спортивный тейп фиксирует, пережимает ткани. Это полиболисты его? Полиболисты, боксеры, много кто использует обычный тейп. Я его использую в практике, то есть получил травму человек, я еще не вижу там рентген, еще не сделали. Первая помощь, фиксация. По сути гипс, да, фиксация. Но тем не менее он не настолько, да, там не настолько сильно фиксирует, да, и опять, чем еще какая отличительная особенность от кинезиотейпа, мы его наклеили, и мы забыли про него, там, дня на 4, на 5 точно. Мы его приклеили, и он работает. А тейп спортивный же приходится менять, наверное, через день, потому как создается и отек на коже. Ну и так далее. Пережимает ткани и как раз наоборот нарушает циркуляцию, микроциркуляцию и нарушает отток лимфы. И, ну, но исключать как бы этот метод я не имею права, и так как его использую, иногда нужна действительно жесткая фиксация. И под рукой только пластырь. И все, никакого гипса. Так, ну я сказал, как бы мы ни приклеили тейп, он все равно будет работать, раздражая рецепторы кожи, улучшая микроциркуляцию, лимфатический отток и так далее. Но с помощью модификаций, то, что мы будем делать руками, да, разрезать ленточку, порезать как-то особенным, сделать аппликацию длиннее, короче, или, раздвоить на несколько, да, там, то есть, ну, вот таким образом нарезать, да, ленту. Это уже для того, чтобы именно усилить один из эффектов. То есть мы можем наклеить пластырь, улучшающий непосредственно только лимфоотток. Он будет обезболивать, но в большей степени он будет осуществлять лимфатический отток от места повреждения. То есть убирать отек, ускорять процессы формирования, неформирования, рассасывания кровоизлияний, гематом и так далее. Этот метод не панацея, да, это не лекарство, которое, все, мы забыли про таблетки, да, не будем мазать мазями, мы приклеим пластырь и все, и побежали. Нет, это метод, это еще один инструмент дополнений к врачам, к специалистам,
тренером, да, а как вариант оказания первой медицинской помощи при полученной уже травме, закрепить сустав, если травма была перед соревнованием или на тренировке, создать условия быстрейшей реабилитации после операционных, да, там каких-то травм, перетренированность, неврологическая симптоматика в виде парезов, параличей. Можно работать тейпом с рубцами, со свежими ранами. Ну, это более, да, там, скажем так, детально разбираться по поводу свежей раны. Это не значит, что заклеил там и все. Именно для того, чтобы улучшить ту же, да, микроциркуляцию, убрать отек и, скажем так, после обработки на соревнованиях, которые проходят, скажем, где-то в полях, да, там, на улице, можно закрыть еще дополнительно рану тейпом. Так, ну и, собственно, дальше что? Ладно, это потом. Ну, аппликации, я как сказал, может выглядеть аппликация для лимфатической коррекции. Она может выглядеть вот так. Обычный фиксирующий тейп или накладывающий с целью приподнятия ткани. Это может быть И-образная полосочка тейпа, может быть X-образная полосочка тейпа. Всегда нужно дифференцировать, да, проверяя, что мы хотим сделать с помощью этого пластыря, наклеив его на кожу вместе там ушиб повреждения. Не нужно его клеить, то есть есть ушиб, приклеили, да, там, посмотрели, закрепили. Не нужно стараться этим пластырем, натягивая его, именно закреплять. Его функция наоборот – не ограничивать движение, приподнимать ткани над поверхностью. Я готов. Имеет смысл использовать, ну, при всех там, это, ушибах, или если легкий ушиб, нафига она нужна? Ну, ну, понятно, конечно, царапины кошки, конечно, ну что же, что это, нет. Я говорю о том, подворот ноги, отек, опухоль, что дальше? А человеку выступать, бегать? Что делать? Холод, понятно, да, там первые сутки держим холод, накладываем эту лимфатическую коррекцию, а ему на следующий день надо бежать. Ну вот как, то есть вот в такой ситуации мы можем его использовать в спорте. Мы можем его использовать для лечения, как, ну, в комбинации, естественно, лечения детей с детским церебральным параличом. После пареза какого-то, гемипареза, мы можем лечить артрозы, облегчая лишь ощущения, собственные ощущения пациента или, да, там, спортсмена. Скажу честно, тейп, он ничем не пропитан, там нет никакого лекарственного вещества. Тейп исключительно работает за счет своих физических свойств и как раз вот воздействуя на... Я вот говорю о проприорецепции. Всем понятно про проприорецепцию. Что есть проприорецепция? В нашем теле, в нашей коже, в сухожилиях, в связках, в мышцах, даже в надкостнице костей есть некие нервные клеточки, которые сообщают головному мозгу, постоянно дают сигнал о том, где находится в тот или иной момент находится тело, да, сустав, либо мышца и так далее. Локоть, область целая, да, ягодица, все в порядке, сигналит мозг. Я на месте сижу. Вот. Происходит травма, да, допустим, подвернул стопу, или появилась боль в коленном суставе. Человек начинает что делать? Да? Ему больно наступать. Опора больная. Но он в течение дня выбирает такую позицию постановки ноги,
который ему дает, причиняет меньшую болезненность. Так? Все, ну да, наверное, когда-то получали какие-то несерьезные травмы, те же самые простые ушибы, обычный синяк. И, ну, он болит, ну, сколько он? Дня 4-5. При дотрагивании, да? Это меняет, как бы, как по-вашему, да, вот, меняет ли формирование кровоподтеков в коже или в подкожной клетчатке, формирует ли что-то, изменяет ли в структуре кожи или ниже лежащих слоев? Деформация чего? Хорошо. Хорошо. Деформация мышечной ткани – это разрыв мышцы. Его шить надо. Но тейпом мы не поможем. Отек. Еще такой момент. Я сейчас, ну, как бы всегда говорю о том, что анатомию, да, то, что преподавали и мне в институте, и если кто есть врачи, это все анатомия изолированных мышц. Мы всегда смотрим даже, да, на скелет. Нам показано, да, там, бицепс. Посмотрим на бицепс. Кто-то вывернул плечо ему. Посмотрим на бицепс. Да, бицепс. Что? Какая функция бицепса? Что делает бицепс? Сгибание предплечья. Сгибание предплечья. Здесь серьезно. Здесь связки очень жесткие. Тут контрактура. Он сгибает, правильно. Сгибает локтевой сустав. Какая мышца поворачивает? Кисть. Также есть пронатор, как круглый пронатор у, собственно, кисти, который добавляет движение поворота супинации, так и круглый пронатор, квадратный пронатор на запястье, круглый пронатор как раз на, у локтя, внутренней части. Поворачивает кисть. И мы, если вспомним картинки из анатомии, да, из учебников анатомии, то нарисованы мышцы, грудная мышца, да, красная, красивая. Мышцы пресса, бедра, там, четырехглавая. А все же режут мясо дома, да, готовят. И видят некую пленочку, да, на мясе. Но я, чтобы уж чтобы все было сконструировано так, чтобы мы перешли потихоньку к миофасциальным как раз меридианам этим. Потому что современная вот сейчас анатомия, как она преподается в институтах, ну, в нашей стране, это не совсем то. Я имею в виду мышечную систему. Мы движением, мы не приказываем, то есть наш головной мозг не говорит, разогни руку там или что-то там, да, именно сейчас нужно разогнуть бицепс, согнуть там, сжать трицепс и так далее, разгибать или кисти, чтобы что-то взять. У нас идет целое движение, плавное, медленное движение. В этом участвует правильно фасция. Фасция – это пленочка, которая покрывает весь наш организм. Каждая мышца заключена в фасцию, каждая группа мышц заключена в фасцию. И все мышцы, да, вся поверхность мышечная заключена еще в одну фасцию. Как несколько одежд, да? Поэтому воздействие на кожу, то есть как пластырь может повоздействовать на мышцы? Растягивая кожу, смещая кожу, мы смещаем и ниже лежащие ткани. Правильно? Правильно. Так вот, фасция. Возьмем, и я очень с ней, ну, поддерживаю и согласен с теорией Майерса о этих миофасциальных меридианах. Также есть еще несколько теорий и дополнительных вот этих мышечно-сухожильных, скажем так, путей. И формируются эти пути именно от того, как мы двигаемся, как мы делаем движение. Почему в технике, да, там, общей физической подготовки всегда тренер очень строго следит, должен, по крайней мере, очень строго следить за правильностью выполнения упражнения. Чтобы не было травм, да, но они все равно есть, да, иначе бы я там не работал.
Они все равно есть, и я, ну, объясню, почему. В нашей стране, ну, в Москве, ну, и так в городах даже некоторых, в которых я был по России, очень нет контакта тренера с врачом, нет. Тренер, если есть, то он один. Тренер по плаванию, он и дает и ОФП, и дает пробежки, и дает какую-то плеометрику, все дает, один тренер. Он все знает, этот тренер. Все знает. Он, самое главное, он знает, что надо делать упражнения правильно. Но не всегда он знает, как это делать правильно. Он знает, что надо делать правильно. Надо держать спину. Надо там удерживать там, руки, вести определенным способом. Сделать такой-то хват. Голову там так-то, так-то. Хорошо, да, ребенок в школе там, да, или спортсмен очухался в 40 лет, решил заниматься спортом, да, пришел и ему говорит, вот нужно штангу тягать. А он говорит, ну, я знаю, надо. Ну, так давай, все, тягаем, садимся, приседаем со штангой. Хорошо, я буду приседать со штангой. Он берет штангу и приседает на одну ногу, да. А что ты так приседаешь? А у меня колено травмированное. Он даже не удосужился тренер спросить о травмах, наличии травм каких-то. Ну, ладно. Наболевшие. Постоянно борюсь с этим очень. Так, фасция. Движение осуществляется за счет этой фасции. Мы именно, не задумываясь даже, делаем некое движение, да, которое нам нужно, включая целую цепочку мышц. В движении, там, скажем, поднять руку вверх, участвует не одна мышца. Какая, кстати? Плечо. У кого еще какие мнения? Смотря до какого уровня вот уже появляется, да, в начале там поворачивать надо, не надо, пальцы там расставить надо, не надо. Да, ну, в общем, если брать Томаса Майерса, я вам, да, расскажу, это целая цепочка глубоких мышц, которые идут по передней поверхности и задней поверхности, и поверхностных. Да, мышц, которые идут по передней и также задней поверхности руки, включая весь плечевой пояс, и малую грудную, и большая грудная мышца, и надосные, и вся вращательная манжета плеча, их там около 7 мышц. А именно подосная что делает? Ось лопатки. Вот здесь надостная, вот здесь подостная. Приподнимает лопатку. Тогда что делает мышца, поднимающая лопатку? Она ей помогает, да, синергия. Есть некая синергия. Что движет стопу, нашу стопу, ну, дорзально, да, скажем так, на себя, стопу на себя. Что двигает? Какая мышца? Передняя больше расстегивает. И ягодичная в том числе. Хорошо. Ну, скорее, двухглавая больше. Что тянет наш носок на себя? Сокращение какое? Передняя большеберцовая, глубокая малоберцовая. Передняя большеберцовая мышца делает супинацию стопы. Помимо того, что она тянет дорзально. Малая еще и делает пронацию. Они вдвоем, они находятся поначалу, два брюшка находятся в одной фасции, затем делятся на два сухожилия, которые заканчиваются на стопе, в подошвенном апоневрозе. Хорошо, что тянет носок вперед? Икроножная, камбаловидная, или ее называют трехглавая мышца голени. Ахилл – одна из частей этих трех. Два брюшка одной и одно брюшко второй. Да. Есть еще глубокая большеберцовая мышца по задней поверхности, но она больше участвует именно в задняя большеберцовая, да. Она именно в замыкании коленного сустава, чтобы как раз нам эту цепочку, всю заднюю поверхностную линию, ну, не закрепить, а
включить всю в цепочку. Потому что при согнутом колене это все выключено. Фасции, да, есть задняя поверхностная линия, есть передняя поверхностная линия, фронтальная линия, есть латеральные линии, есть спиральные линии, есть функциональные линии. Функциональные линии, как правило, у спортсменов, все спортивные упражнения участвуют в, точнее, во всех спортивных упражнениях участвуют функциональные и развиваются больше функциональные линии. Но во всех абсолютно в любой двигательной активности участвуют и задняя, и передняя поверхностная линия, и спиральные линии. Начинается, я скажу ход, чтобы вы поняли, что делает, и для того, чтобы было понятно, вообще, как начинается ходьба, с чего начинается ходьба, как нам, то есть нужна какая-то энергия, чтобы сделать шаг, ведь так, падение. Совершенно верно, падает, человек первое, что делает, это падает вперед, напряжение идет, чего? Какая мышца напрягается вот в этот момент? Икра ножная, тянется, а напрягается, тянется. А сокращается? Передний большеберцовый. Вот оттуда как раз начинается движение, оттуда идет целая цепь, ну, то есть вот эта цепь постепенных сокращений мышц формирует движение. При беге, на лыжах, коньки, футболисты, у всех страдает передняя поверхностная и латеральные линии. Мало растягивающих упражнений, раскатывающих упражнений по этим именно линиям. Дальше что происходит? Хорошо, синициировал движение. Что дальше? Помедленней. Не-не-не. Вот ты наклонился, напряглась мышца. Дальше. Включилось, да, поднимает, четырехглавое сгибает бедро. Давайте мы его посмотрим, да, потестируем. Ничего не беспокоит? Хорошо. Мы просто сделаем тест, да, просто посмотрим, как он сделает приседания. Сделай приседания, как умеешь. Хорошо. Ну, да, это там скидка на джинсы, да, и все прочее. Ну, ноги на ширине плеч чуть пошире, да. Пяточки должны не отрываться от пола. Глубоко садишься до самого конца, медленно. Руки выдвигаешь вперед, смотришь перед собой, грудь вверх. Еще раз. Смотрите на ножки. Давай. На какой ноге приседает? Правой. На правой. Да? Почему? Правша. О! Ну и пусть, да. Правша. Вот бы мне пришел человек. У меня травма на правой. Почему на правой? Ну, правша. Что это? Я вот левый больше ломаю. Давай, выйди сюда и сделай приседание ты. И сейчас будешь садиться на левой. Давай посмотрим. Ну, и посмотрим на него. О, ты вы видали? Что делает-то? Телефон. Ну-ка. Хорошо, мы оценили. Да, ничего. Теперь приседаешь, посмотрим как раз бок. Поясница, да, Юрий? Молодец. Спасибо. Что виноват? Что мешает согнуться вот в первом случае? Садитесь, джинсы. Ну, джинсы, ладно, кроме джинсов. Что не дает сгибать ему сустав? Жопу назад. Да нет. У него голеностоп. Скорее всего, сейчас, если мы его функционально посмотрим, его голеностопы, он правую стопу будет тянуть больше, чем левую. Будет ограничение подвижности левой стопы. Вот он правша, потому что. Нет, потому что он всю жизнь приседал неправильно. Всю свою жизнь. Да. Можно тоже присядать? Пожалуйста. Только я тоже приседаю.
все ясно. Видели? Тоже правша. Красиво приседает. Где ошибка? Видели ошибку? Смотрите, в нашем организме есть некая еще цепочка, которую остеопат называет основной и ведущей. Куда нам, да, нужно, на что нам нужно смотреть? В первую очередь, голеностопный сустав наш должен быть мобильным. Всегда. У него не должно быть ограничений движения. Никаких. Коленный сустав напротив должен быть в упражнении именно стабильным. Второй случай, как раз вот паренек приседал, видели стопы, как его ходили. Они всегда старались развести. Также за счет того, что нет сгибания. Этот же момент, да, не до конца сгибания стопы дает какое-то движение в коленке. А она должна быть стабильной. Тазобедренный должен быть мобильным. Поясничный? Стабильный. Грудной отдел должен быть стабильным. Мобильным. Здесь грудная клетка. Здесь дышит. Здесь за счет ребер должно быть движение. Шейный отдел? Стабильным. И еще от планта осевой, да, вот этот сустав, он тоже должен быть мобильным. Если в этой цепочке какой-то из, да, какой-то из звеньев, голеностоп, ограничение доксифлекции, да, сгибание, максимального сгибания стопы, дает нам сгибание коленного сустава внутрь, заваливание стопы наружу. То есть мы формируем неправильный, да, паттерн движения, то, что у нас, в общем-то, может формироваться при, ну, когда мы, допустим, получили травму или пяточная шпора, там, боль где-то в пятке, да, и не может человек наступить, он долгое время ходит на носочке, затем там раскалился, привык, но сформировал неправильное движение. И мы, когда ему эту пяточку полечили, и вылечили, и убрали даже оттуда воспаление и боль, но все равно неправильно ходит. Вот что у ребят было раньше, до этого, мне надо с ними разговаривать, на приеме спрашивают, может, у кого-то и колено больное, кто-то с плоскостопием. И это все влияет. И поясничный, да, отдел позвоночника должен быть стабилен. Как зафиксировать поясничный отдел позвоночника? Тейпом. Не фиксируют. А может быть, глубокие мышцы какие-нибудь держат? А, зафиксировать, ну надо закачивать мышцы, которые держат. Закачать мышцы спины? Да. Нет? Ну, согласен, ну хорошо, закачаешь ты мышцы спины. А движение тазобедренных суставов не должно быть? Должно. Мы же можем, мы можем зафиксировать тазобедренными суставами спину. Подкрутив, сделать крутящий момент сустава тазобедренного. Да. Как мы делаем, да, ту же становую тягу? Спиной. Спиной. А почему тогда все приходят с больной спиной после становой тяги? Если спина минимум в этом участке. Никто, значит, так не делает. Никто, значит, ну, или делает как-то неправильно. Или вот этот вариант, в вашем случае, две движения, и девочка тоже, сгибание спины в последнем моменте. Я понимаю, это упражнение, приседание, не делается так, как сделали мы сейчас его в тесте. Это тест. Это лишь для того, чтобы проверить, посмотреть, ну, скажем так, пояс, весь пояс и все нижние конечности на мобильность, стабильность и так далее. Это некий тест на функциональность, мышечную функциональность. Есть также на сгибание, да, там, приседание на одной ноге, на каждой ноге. Плечевой пояс обычно проверяется чем? Отжимания,
переворачивание, скручивание, перевернуться, например, на полу, лежа на спине, перевернуться на живот с помощью, там, допустим, левой ноги. Попробуйте удобно. Или правой ноги в обратную сторону, со спины уже на живот. А потом с помощью правой руки со спины на живот. А потом с помощью левой руки обратно. Вон, 4 упражнения. Попробуйте дома, да. Я здесь нет возможности, вот только единственное. Всегда нужно оценивать движение с трех сторон. Сейчас есть камеры, видео, да, мы можем ставить камеры с трех сторон и делать съемку и показывать пациенту о том, что вот, смотри, здесь у тебя беда, да, ну не беда, скажем, да, какая здесь беда, подумаешь, правша, левый сустав просто не сгибается до конца, с ним же можно поработать, его же можно растянуть. Что я говорю такому пациенту, когда он приходит и садится мне на одну ногу? Я работаю не с больной с его ногой, на которой он садится, я работаю с другой ногой, которая не сгибается. Я ее, можно сделать миофасциальный релиз, ударную волновую терапию, растянуть мануально просто с этой мышцей поработать, сделать постизометрическую релаксацию, иголки поставить, шамана позвать, там, неважно что, заставить его еще неделю растягиваться, брать и растягивать всю поверхностную линию. Не только встал там к стенке и тянет аминохим, а всю поверхностную линию, как переднюю, так и заднюю, больше заднюю, чтобы не ограничивало движение сгибания. Это понятно? Также в тестах, мышечных тестах функциональных, мы можем выявить, какая мышца слабая, какая мышца сильная, что мы можем с ней сделать. С сильной мышцей мы можем ее расслабить с помощью тейпа, сделав ту же самую лимфокоррекцию, или сделать наклеить тейп так, чтобы он создавал большее количество этих складок, как говорится. Можно? Давайте покажу на кое-нибудь. Не торопись, не спеши, потихонечку сгибаем колени медленно. Хорошо, голову выше. Все равно, нет, есть все равно, видите, все равно направили, заваливаем. Повернись боком и сделай тоже упражнение в сагитарной позе. Поясница, в последний момент, смотри. Раз, и нырнула. Подкрутил. То есть, да, он был белоровым, но потом просто проваливался. Поясничный отдел позвоночника. Часто беспокоящее всех место. Люди водят автомобиль, люди сидят и работают, принимают пациентов, делают массажи, сидят за компьютером практически целый день, работают на стуле. И мало двигаются. Это чтобы не кололо, да, так обрезать? Нет, обрезать тейп это только с целью того, чтобы он подольше удержался на коже. За острые края быстрее задирается за одежду и он обрезает. И курсивейка. И курсивейка, верно. Саша, они взяли спиртовые салфетки? Нет. Круто. Спиртовые салфетки нам нужны для того, чтобы обезжирить кожные покровы, куда мы будем приклеивать тейп. Пришел человек или прибежал человек, болит спина. Мы все ему можем пощупать самостоятельно, да? Или спросить его. Чаще всего люди без медицинского образования просто спрашивают. Ты не пальцем заболел. Ну, ткни для всех что-то просто. Вот тут. Ну, скажем, здесь, да? Болезненные ощущения у него
слева. Вообще раньше сильно болело? Да, сейчас болит. Оно сейчас болит. Опустим футболочку. Да. Сделаем вдох, расправь плечи, выдох, ладошки вперед. А шею так зачем поднял? Опускай. Все, ставим ровно. Склероз. Кто заметил склероз? Углы лопаток. Правое плечо чуть приподнято. Ну, серьезно болит спина? Да. Где болит? Ну, поясничный отдел. Так же, что здесь? Что мы делаем? Офисная болезнь. Ну, это скорее не офисная. В офисе все-таки можно встать и что-то подвигаться. Вот в автомобиле можно. Тоже можно? Нет. Можно, да не охота. Вам нужен кто-то... До столовой. Человек, который сказал, ну да встали все, давайте подвинемся. Ну, включим в офисе. Знаешь, стоит производственный гимнастик. Я слышал, сейчас тоже пытаются что-то делать такое. По крайней мере, хотя бы этих людей направлять куда-то в тренажерный зал. Работать с ним. Лен, мы отрываем один краешек, да, освобождаем так называемый якорь, который мы приклеим на кожу вместо, ну, скажем так, более дистальное, не, ну, чтобы середина пластыря у нас была на боль, да, на место, где болит. Мы приклеиваем якорь без натяжения, просто прислонив, приклеив его к коже. Спину лучше делать всегда с двух сторон. Две мышцы. Всегда можно отдифференцировать, какая из мышц спазмирована больше. Можно? Да. Тейп наклеивается на чистую, обезжиренную спиртом. Кожу. Гладко выбритую. Так, гладко выбритую, но не гладко. Выбритую можно оставлять большую щитку. Но чтобы не зацепилась. Ну да, чтобы зацепилась. Главное, что так. Далее, мы, так как ты у нас тянется, но мы не будем его тянуть, мы лучше растянем кожу, согнув, да, человека. Больше гнемся. Максимально согнемся. Да? Все? Ну еще много чего. Вот, все, держи так. Зафиксировал. И очень быстро. Не надо с ним. Ой, час, да? Возиться целый час с ним. Он долго, очень не сможет стоять. А мы сейчас проверим. Смотрите, я растягиваю именно кожу. Тяну кожу при наклеивании пластыря. Пластырь клею без натяжения. Просто его положу. А затем растяну в разные стороны. Клей активируется за счет температуры тела. Но мы его добавим, чтобы не было складок, добавим тепла. За счет растирания его, собственно, когда приклеиваем. Дальше мы просим выпрямиться человека. Видели? Видны? Выпрямимся. Вот. Видны? Я его лапу повернул, он наверное. Повернуться вправо-влево. Расскажи, как спина прошла. Выше
что-то сзади прилипло. Встает и не... А боль? А боль прошла, как сказать, подсказывать. Не знаю. Не можешь? Точно сказать. Иди побегай. Не, из-за того, что тело обратило внимание на другую вещь, нежели на боль. Теперь более понятно, что такое проприорецепция, да? Его сейчас больше волнует то, что налеплено, а не боль. Конечно, он еще чувствует, что ты там не можешь. Наклонись, пожалуйста, еще раз. И вот это место, которое ты показал, оно действительно здесь больно? Ну нет, она вся поясница. Вся поясница, ну, да. Вот на этом уровне. Да. И вот он нам показал этот уровень. И мы клеим уже декомпрессионную ленту, которую разорвем посерединке, и приклеим именно в это место в растянутом уже состоянии. С какой цель? А? С какой цель? Сейчас. С какой цель сейчас? Вы видите? С какой цель? Вот этого всего, вот этих складочек. Допустим, он у нас пришел с дикой, да, с сильной болью в спине. Мы ему промассировали, сделали облегчение, чуть потянули, покрутили его, вытянули ему эти позвонки, поставили на место, убрали блок. А дальше что нам? Надо же приток крови увеличить, да? Нам нужно, чтобы это было несколько дней, 2-3-4 дня. Чтобы это сохранялось и продолжалось. Мы накладываем ему тейп, говорим ему, ну 4 дня, с ним можно мыться. Он, так как он хлопчатый, бумажный, он впитывает в себя воду. Можно плавать. Плавать с ним можно, тем более с этим есть отдельная лента. Картинка H2O написано там, да, для водных видов спорта, но еще более сильный клей. Дело в том, что нам не нужно заставлять человека приходить к нам завтра, чтобы повторять процедуру. Мы наклеили ему тейп, который ему лучше и поддержку держит, он чувствует, и лимфу догоняет, убирает воспаление и воздействует на проприорецепцию в виде. Он ощущение поддержки чувствует. Ну и самое главное то, что мы освободили от болевого ощущения. Смотрите еще, с какой целью можно поклеить тейп. Видите, как сутулится? Сейчас смеется. Сейчас смеешься. Не знал, что ты сутулишься? Да, знал. Здесь ты даже не нужен нам с целью там улучшения микроциркуляции. Хотя он будет это делать в любом случае, правильно? Здесь нам тейп нужен. Нужно ему приклеить на спину так, чтобы он, ему точнее, как только он сутулился, ему стало неудобно. Зачем? Он чувствует. А зачем? Что не сутулился, что ли? Он расправил. Он же тогда сам не научится это делать. Да вы что? Штык-то работали мышцы, нет? Тейп померли 4-5 дней. Мы его потом снимем, он еще 2 дня проходит так же. Ну это же мышцы даже не в том, если ты мышцы проходил. Так он же будет сам делать. Как эти мышцы, да, сколько лет он? 27. 27 лет. Как эти мышцы сейчас закачать его? Не знаю.
Нет, то есть понятно, мы все знаем, что при болях в шее надо идти в бассейн, да? Что-то не помогает. Почему? А почему не помогает при болях в шее и бассейн? Что там еще купцы будут держать на самом деле. Да, потому что мы плаваем. А правильно как плавают? Да, мордочку на такую надо. Я так и плаваю. Да, не стабильность. Вот уже другое. Нестабильность надо. С ней надо поработать. Что мы делаем? Поставим его в ровную позицию. Мы делали это до этого. Сделай глубокий вдох. Расправь плечи. Голову не поднимаемся. Отпусти. Ладошки выпрями вперед. Вперед поверни, да? Сведи лопатки. Опускайте. Вот так. Держим. Удобно? Перебинту. Вау. Не разогнешься. Еще крест на крест. Кровь. И на велике так же кататься будет. Похоже на крылышки. Как для тебя вообще для всех, по-моему? Как я не могу действовать. Опираюсь. Во-первых, это искусство. Теперь обнимемся. Ну и при чем здесь мышцы? Чтоб все залайкали в инстаграме. Я да, я слушаю. Я сказала, что вы в фейсбуке отметили. Все держали, все знаете, ваш. Сейчас еще будет. Распрями. Здесь шея, почему ты так задираешь голову? Ребята тоже. А голову его тоже придут. Да, здесь не нужно тогда, но мы как-то у нас привыкли. Здесь трапеция забита. Что чувствуешь, расскажи. Мне кажется, я ровнее стою. А есть ощущение, что плечи как-то разрываются? Да. Есть ощущение? Проходи, пожалуйста, дней 5. И вообще вот с этими пластами дней 5 можно легко. Бассейн, душ, все дела. Выходя из ванны, из душа, из бассейна, промокаете лишнюю влагу из трейка и даешь ему 5-10 минут высыпать. Не надо его сушить феном, не надо его сушить никакими любыми другими газовыми плитой. Почему? Потому что клей быстрее под температурой раз может ожог сделать кожу. В бане нельзя? Боль можно, но он отлетит. В бане ничего не будет, но он отлетит, если, конечно, не сауна. То есть уверение. Вот такая вот аппликация. Очень красиво. Потрясающе. Очень красиво. Молодец. Доктор, а вы художник. Молодец. А вы еще будете тейпировать? Выходи. Все, начинаем. Опа. Ноги поставить на ширину плеч. Ровно, параллельно друг другу. Плоскостопие отсюда видно, да, все? Да. Поэтому колени внутрь, а
еще чуть больше. Поэтому, не знаю, можно чуть пошире, да, чуть больше. Максимум можно где-то градусов 15, можно развести 100 носочки, можно где-то не больше 15 градусов. Так, руки в тесте, ну, на самом деле, должны быть вверху. Так? Да. И туда еще берется планка. Ну, типа штанги. Да? Потому что, ну, с грифом не надо, с какой-нибудь палочкой. Потому что когда в момент приседания руки должны быть уходить назад. Так? Да. Вперед. Делаешь приседание медленно. Стабильность. Видели обеих коленных суставов? Расистов. Видели, какая стабильность? Вовнутрь. Никакой. То есть зато больше зафиксирован голеностоп. Но за счет плоскостопия она у него уходит. Гипермобильный, не улыбается, особенно слева, да? Повернись боком теперь, так мы уже посмотрели. Смотришь перед собой. Еще раз слышишь. Да, ну тут основная проблема для нас, как раз ноги, да? То есть, ну, ленточку можно нарезать, есть преднарезанные продаются, уже готовы. А что именно рассказать про бипированные суставы? Ну, что я не знаю, вижу, что спортсмены на соревнованиях бипируют сустав. С какой целью и для чего это делается? Ну, я же объяснял, с разной целью. Кто-то, у кого-то была травма, хочет выступать, пробежать или чего-то там, давай, или борьба, или проехать на велике, на лыжах и так далее. Или же наоборот, это старая какая-то, беспокоящая его, да, там, может быть, был перелом год назад, но есть ограничение движения. Mm-hmm. Только сейчас об этом узнал. И все как бы. А пипирование одинаковое при. Пипирование под. Вот это я тоже в самом начале сказал. Что мы хотим сделать с помощью этого? Если на коленке или на голеностопе отек огромный, ложись. Ложись до конца, чтобы пяточки свисали с пола, ну, с пола, кажется, кушетки. Кубик. Это не кубик. Какой же это кубик? Это... Кто это? Ромб. Ромб? Ромб уже несколько раз. Молекула. Никогда не видел такую штуку. Это как-то связано с тейпами? Да. Оно сделано из тейпов. А, чтобы показать? Нет, это как раз показывать то самое tensility, это называется. Модель, самая простая модель tensility. Самая сложная модель tensility – это человек. Натяжение мышц одной сокращает другую. И всего лишь, это не артроз коленного сустава, всего лишь надо мышцу назад вернуть, и все вернулось. Это я к тому, что вот неправильное сформированное в течение жизни движение можно убрать, поработав лишь с одной мышцей. Кинезиология? Кинезиология и функциональное мышечное тестирование. А вот этот концепт трансцепции, он давно появился? Да, ну, его еще первую модель трансцепции придумал, по-моему, да Винчи. Еще мост, но у него не было мягких структур, у него только из жестких. Что мы можем, как мы можем проверить его стопы? Тяни носочки на себя. Можно оценить, какая стопа тянется больше, какая меньше. Ну, приблизительно. Вы можете посмотреть? Да. Он сам вот даже голову согнул, смотрит. Какая нога? Правая больше. Правая больше. Правша.
тянем носочек под себя. Так более-менее ровно. Да? Нигде не больно? Нет. Поставим. Дальше вот каждый пальчик, мы можем проверить каждый палец на силу. Разгибаем, на себя тянем палец. Тянем. А там сломанный сустав просто. Сломанный? Ну да. Вроде бы скайпе он сидел там какой-то. Ну, он так можно петь? Он уже не сломанный. Ну, вот так зарубцевался. Ну, можно и только, вот так можно сесть из-за того, что тебе только смотреть, чтобы... А так, когда, когда лежишь, нужна, чтобы была расслабленная вся линия. Потому что, видите, сейчас мы проверяем, да, переднюю поверхностную линию. То, что начинается от пальчиков, передняя шлепцовая, четырехглавая, мышцы живота, грудинно-ключично-сосцевидная, все, что идет по передней поверхности тела. Прямо под кожей. Это все, практически все, тыльные изгибатели пальцев. Тянем палец. Я возьму сторону. Хорошо. Тянем полностью все пальчики. Разгибаем пальцы. Разгибаем пальцы. Смотрите, я удерживаю все его пальцы двумя большими. Хорошо. Молодец. Давай так. Мне тоже так всегда нравится сказать. Теперь тянем наоборот пальчики. Сгибаем. Задняя поверхностная линия, как я уже сказал, да, у ног, у спортсменов именно, да, там, занимающихся игровыми видами спорта, задняя поверхностная линия всегда превалирует над передней. Всегда. Поэтому растягивание задней ежедневное должно быть в каждой тренировке. И закачивание или какая-то нагрузка на передние мышцы, буквально, да, на четырехглавую, в вашем случае, то, что вы делаете, перекаты, пятки на носочек, на наружную боковую ставите стопу, на внутреннюю боковую. Вы тренируете переднюю большеклицевую, ту самую главную вашу инициатор мышцы движения. А, тянем на себя пятку. Пятку тянем, сгибаем ногу в коленном суставе. Сильнее. Сильнее. Наоборот. Носочку ставим на руку. Вперед, да? Да. Сильно. Поднимаем теперь. Вот здесь. Слабо. Вот здесь смотрим. Хорошо, второй. Сильно. Сильно. Сильнее. Ну что скажете? Слабо. Слабо. Среднее. Поворачиваем внутрь. Поворачиваем стопу внутрь. Снаружи. Нет. Вот она, мама, лицо. Короче. Да. А приходя сюда, ничего не сломается. Да? Я мальчишка-то крепкий. Не сразу, не сразу. Не сразу. Сильнее, да? Потому что правша она. Но посильнее. Если сравнивать две ноги, то правая посильнее, чем левая. Так, ну и я показываю, да, чтобы нам увеличить объем движения. Да? Он у нас садился на правую, да? Да, у него надо спросить. Ну как установить на право? Ногу, да.
Да, я приседа не помню. Нет, у него коленки. Ну, коленки. А, у него коленочки были. У него боковые связки, да, скорее. Давайте мы зафиксируем коленные суставы и посмотрим, что будет. Как он это принесет? Как он это сделает? Видите? Не задавайте, что? Ради науки. Правда, ради науки. Мне кажется, может, надо быть по телевизору какой шоу показывать. Я потом пробую. Так интересно все смотреть. Стараюсь. Вечернее шоу покрытое. Нет, затыпил пациента. А то, что у меня уходит стенки, это физически помогает? Обязательно. Нет, ну входи, помогут. Помогают. Все равно носишь. Что, стенки? Нет, еще не делал. А, хочу. Хочешь? Да. Ты вчера их надо носить. Сейчас теперь что? Из пароля, когда уже деформированный все. Ну как еще? Катай, мячик достать меня. А палочку с этим? С шипами. Палочку с шипами хочу. Видели, какая распластанная стопа? Не ну-ка. Стельки. Хорошо, стельки тебе доктор сказал, да, Насик? Да нет, это я сам думал. А, ты сам даже придумал стельки. Почему я? Ну, хорошо. Когда ты их решил носить? Сейчас. Какое время? Я вообще спортсмен. Хорошо. Вот, я к этим уже. Ты же хочешь у них тренироваться? Ну да. Нет, ну, уже нельзя. Почему? Потому что тренировка сколько длится? Полтора-два часа можешь выходить и вести. А вот все остальное вы как раз отходить вести. Тренироваться должно быть комфортно. Бегать в стельке, которая будет формировать операции мускулов, да, делать формовку, по сути, формовать его стопу на этой стельке. Вот функция стельки. А если он будет бежать, какая, зачем она нужна? И ни на марафоны никакие, никуда не надо надевать стельки. Понятно. Да. А стельки, Максим, вот разные бывают. Это же бывают мягкие стельки, бывают такие прям твердые, такие прям плотно тяжелые стельки. Вот тоже, такие... Все то же самое. Стельки делаются индивидуально. На каждого человека. По индивидуальной стопе. То есть это все делается непосредственно для него. В нашей стране просто варьируют цены до 20 тысяч за пару стелей. За такие вот именно, которые проносит он там, дай бог, там полгода в них. Я повторяю, их нужно будет носить постоянно, перекладывая из одной обуви в другую. Из обуви, который пришел с улицы, поставил в тапки, которые дома носишь. Носишь что-то там? Да. Задником? Нет. Вес. Кто-нибудь носит тапки с задника? Моя бабушка. Моя бабушка. И что? Лучше? Потому что надо. Надо так, но бабушке? Да. Да нет, что же. Бабушке стало лучше, когда я приклеил перед на коленки. Это ей стало лучше. Вы не растягивали его? Нет. У нас он растянул год. А мы что сейчас делаем вообще? Ты пилим. Мы делаем аппликацию на коленный, стандартную аппликацию на коленный сустав, который можно применить при, как для защиты колена, да, уже и с имеющейся травмой, но опять же, не свежей. Так и для того, что вот если вот она болит сейчас, вот больно,
пришел, мне не надо никуда бежать, мне надо отработать или там на машине ехать. И мне нужно зафиксировать коллегу. Ну, болит по-разному, коллега. То есть это болит именно... Это что за болит? Просто болит и болит. Фиксация на колени. Ну, болит, да, болит. Фиксации и приподнимание ткани. Я делаю, душа, я сейчас покажу, сейчас, то есть, я закончу, покажу, что мы добиваемся в итоге. Ну, в данный момент. Еще, да, я скажу, что на самом деле аппликация, ну, то есть, вот, ну, есть некий стандарт, с которых чаще всего люди, начинающие, да, пипировать, ну, просто как подсказки, где вам дам там, книжечки захотите возьмите. Подсказки, что можно сделать, какую аппликацию можно сделать на коленный сустав. Она выглядеть может как угодно. Важно раздражать проприорецепцию на коже. И чем больше объем вы возьмете, тем больше проприорецепторов вы будете раздражать. Так? Они поступают в головной мозг постоянно и быстрее гораздо, чем болевые. Они опять же быстрее, ну скажем, из-за чего получается эффект обезболивания, да, ну, не то, что мы приподнимаем ткани, да, я сказал, но то, что сигнал от рецепторов, проприорецепторов, бежит быстрее до головы, да, до нашего мозга, чем болевой сигнал. И он забивает просто этим шумом, он обманывает нашу голову, не ограничивает движение в коленке. И той же самой микроциркуляции. Это стабилизационные, два стабилизационных тейпа. Клеются параллельно ходу волокон мышц. Далее декомпрессионный тейп накладывается, когда мы на поясничку положили, поперек. Здесь получается, они все будут стягивать кожу, то есть протянутую. Да. Она должна клеить, так что будет протянутую. Больше не тейп, а протягивать кожу. Да. Я не думаю, что эта методика используется для, скажем, если есть спондилез. Один из позвонков ушел глубоко. Тогда нам его надо вытащить. Он в беде. Вряд ли. На колено только вот такие вот постановки. Да. Ну, вы с медицинским образом? Нет. Тогда да. Здесь можно много что, да, сказать, что можно. Можно отдельно каждую из четырех главок взять и запустить каждую медиальную головку по латеральной стороне, прямую запустить с самого начала. Все это можно сделать. Выбирать нужно из того, что я смогу сделать тремя лентами, и все. Да? То есть чем проще аппликация, тем лучше. Мы всегда можем это добавить после. Сделав стандарт, мы всегда можем добавить больше. Да, там еще что-то. Боковую. Нам не нравится, как у нас латеральная линия, как широкая фасция, да, забитая или деформированная от того, что он постоянно задевает стол. Мы ее можем выпрямить, по-другому наклеить тейп, расправить ее. Тогда нам нужно будет ее стянуть, возможно, где-то. А может просто сместить в одну сторону всего лишь. Кожа смещается очень легко. Иногда вот попробуйте на себе. Ударил локоть, болит, сволочь в одном месте, дотронуться больно. А вы сместите кожу, болит. Попробуйте там же нажать. И все, и болезненности не будет. Или приподнять кожу. Вот что мы делаем тейпом. А можно глупый вопрос меня мучает? Нет у меня образования медицинского, когда сказали про то, что эти забивают болевые шумы быстрее, да, происходит сигнал. Понятно, когда выходит профессионал на старт, он там любой ценой, у него стоит вся его подготовка, деньги, там, жизнь.
А когда там мы выходим на старт, не опасно ли забивать вот эти болевые шумы, потому что, может быть, именно они позволили бы остановиться? Или это больше... Я не говорил слово «шум», да? Ну, я... Вы не так неправильно, не совсем правильно поняли. А стволы, да, нервные, вот эти, нервные, окончания разные, а дорога-то одна. Ну, то есть, если будет все хреново, уже пробьется. Я думаю, что, может быть, ну, не просто так, да, когда есть травма, возможно, что там на пятом, на десятом ты понимаешь, что лучше остановиться, чем продолжить еще 30 километров нагружать эту травму. Если вы в процессе тренировок на 10-м километре чувствуете боль в коленном суставе, то если вы побежите следующий, там 25 или там сколько, 21, то лучше заклеить колено. А вот я об этом спрашиваю. Я сниму болевые ощущения. А продолжать. Ничего. Поставили вопрос. Если травма, то не стоит выходить на старт. Мы ничего нет. А если вышел на старт, то уже выбирайте сделать. Это абсолютно точно. Хуже вы сделать не сможете. Тем более без медицинского образования. С медицинским можно. А вот есть атлеты, которые там ибупрофен, превентивно, чтобы ничего не чувствовали. Ну и что с ним будет в 60 с этим? Кто же ибупрофен? Почки у него отвалятся. Просто. Он умрет от почечной недостаточности. Если до этого он не умрет от какого-нибудь атеросклероза или тромбоэмболии или вообще артерии. Это не на постоянной основе, а перед стартом. Превентивно, чтобы, значит, не чувствовали боли в процессе деле. Может, Ирина тоже кажется. Ибупрофен. Чего не наркотики? Свечку хорошо. Да, это не нет. Здесь нет лекарств. Вообще никаких лекарств нет. Это такой лайфхак. Тут мы боли отключаем таким образом, а здесь обматываем ибупрофен. Другие могут. Интересно. Хорошо, здесь мы максимум вредим коже, а там мы вредим и печени, и сосудам, и сердцу, и почкам. Другой пример. Намажете мази ибупрофеном, допустим. Да, бог, хоть это полностью обмазать. Я мази не исключаю вообще, они действуют на 3-4%. Но у них основное действие мази от того, что вы ее втираете. Вы работаете с кожей. И все. И пахнет хорошо. Да. Некоторые. Китайские не очень хорошо. И долго. Само внушение. Да, вот генная тренировка, медитация, конечно, все это должно быть. Но на каком уровне у каждого? На каком уровне у каждого? Кто-то занимается аутогенной тренировкой? Он уже уснул. Он занимается аутогенной тренировкой. Натяжение? Натяжение только посередине. Все остальное это якоря. Сколько там в процентах? Хорошо. Лег. Мне кажется, Кензо Касы придумал эти проценты, чтобы запудрить людям мозги. Ну хорошо, смотрите. Я объясню про проценты. Тейп, да, рухтейп, позиционирует свои тейпы, растягивающие на 120%. В таком мы их никогда клеить не будем, с таким натяжением, ни к чему. Если только мы не захотим фиксировать палку на ноги, да? Например, иммобилизацию. Или рот заклеить. Ну, опять же, отвалится быстро. Заклеить лучше. Не натягивая, лучше заклеиться. Вот. Теперь что еще? Проценты. Натяжение, вот, чтобы создать давление, мы можем все 120 натянуть. Как угодно. Но растянутый тейп на тейпе не клеится. Ну, то есть он клеится, но плохо, он отлетит. И чаще всего пациент приходит, у него вот так задирается все. Это ни к чему. Поэтому натягивать нам нужно, так как тейп, вот этот тейп, поперек, который называется декомпрессионный.
он еще более убирает, да, снимает компрессию. Его функция добавить в другой плоскости при поднимании ткани. И все. Вот что получается. Коленная чашечка приподнимается. Коленная чашечка приподнимается, кожа приподнимается над ней. Все, все хорошо начинает двигаться. Что чувствуешь? Тейп, да, тейп на колене. Кстати, а кто, кому спину клеил? Как? Еще чувствуешь? Еще чувствуешь тейп? Нет, тейп не чувствую. А что чувствуешь? Боль? Да нет. Ничего не чувствую. Здорово, да? Приклеил тейп, ничего не чувствую. Здорово. Может, давай? Так, пошли ножки. И делаем приседания. Мне кажется, мне надо покормить. Сделай ножки еще пошире поставь. Ага. Смотри перед собой. Вот направо уже пошел. Потолок. У меня правый квадрицепс больше. И коленки внутри. Ложись на бок. Так? Да, на коленку, которую заклеили. А. К лесу перейду. К лесу перейду. Да, к нему не вот я покажу, ну, приклею на часть латеральной линии. Это я для того, чтобы вам показать, как с помощью вот этой ленты, не фиксирующей, да, я не фиксировал ничего, закрепится коленный сустав. Именно его сейчас видите. С велосипедистами, наверное, легко. Триатлонисты. Не все греют ноги в велосипеде. Триатлонисты не греют. Да ладно. Да ладно. Как это? Да ладно. Не говоришь, что не греют. Все нормальные. Триатлеты? Триатлеты. Я так прошу прощения. Греет? Все. Все. А вот бегуны типа Василия. Сейчас все секреты, что я там время не придет. А это же все записывается. Вася, кстати, в сборной России по легкой атлетике. Это кто? Ну, так. Сейчас я как-то умрею. Второй ты был, да, на чемпионате России? Ну и так тоже. Ну, лучше такой результат. 15-е место на чемпионате Европы. 6-е команда. Это что за сколько? Это горный бег. Ого. Это в лесу ориентированный? Нет, ну, это горный бег, легкая атлетика. Это как рост только с перепадом весов. Да, Джан, ты сам кого знаешь. Ну, тоже понятно. Ну, не может, да? Это 2000? Да, да, да. Интересно. А подготовка была? А к чему? Ну, бегали как же. Ну, обычно дома готовились. Ну, там вот перед чемпионатом Европы, тогда в Архизе были на 1600 метров. А здесь, в Москве, есть, знаешь, горный воздух, то есть все барахами. А, ну да. Но такими пока не пользовались. Да их очень мало, их вон школы закупили, пользоваться как ими, никто не знает. Да, вот этих. А у нас выезжала это мобильная фотокамера. Такой автобус, и вот и велостановка, это не вот просто. Не, на уровне сборных это еще есть. Тут увидел дегравитационную дорожку. Да. Чума, это джип. Сколько видели в Москве?
Одну. Нет, я в Москве. Где две там? Где видели? В Эглспорт. ЦСТ. Эглспорт смен. Вот у них они, да. А и в ЦСТ, и во втором УОР, и в четвертом УОР. УОР не знаю. Тоже что-то УОР отвечал. Ничего себе. У них тесты как раз проводятся. У них они не используют его как для реабилитации, но тесты проводят. Ну там вообще их вот это. Тени кинул туда. Молчим. Где будет? Где подходящую песню? Никакая не подходит. А у меня уже желающие спрашивают, как еще вот так и семинар послушать? Может, спросим, где-то еще проводится? 31 числа будет семинар. Где у нас Рок-класс? В Рок-классе опять? На сайте Rocktape, опять же. На сайте Rocktape? На сайте Rocktape. Rocktape.ru или как? Rocktape.ru. Она в ней ножки поставь. Вот так, да. Перед собой смотри. Не смотри на колени, смотри перед собой. Выпрямь голову. Побеги, да? Да. Еще можно, ну, то есть дополнить ее еще одной, как мы здесь сделали. Опять же, мы приподнимем ткани и стимулируем, и застимулируем как раз латеральную мышцу, латеральную линию. Да. Давай покажу еще, какой у нас там этот хорошо сгибается, вот этот плохо, да? На ноге, да. Ложишься на живот. Этот хорошо сгибался, да? Да. А этот плохо. И глубже, еще поднимайся. Куда? На пальчики нужно поставить ножку. Вот так. Еще что я тебя повлеплю? Да нет. Попросила. Мамки не будет показывать. То есть нам фиксирует, да, сгибание, тыльное сгибание стопы, фиксирует нам заднее. Забитый периодически, постоянно, да, как часто у спортсмена забивается икроножная мышца. Постоянно и всегда. Здесь как раз может от этого подойти та самая лимфоколлекция. Чтобы убрать эту забитость с мышц в день, после аппликации, сразу. Вот, то есть мы их приклеили, и человек встает и говорит, мне легче. Ну, то есть вот такой вот, да, лимфопрофил. Фотография так никогда не сделает. Конечно, ну конечно. Ну нужно нам, значит, как, почему мы не сделать заранее, чтобы не было отека? Что есть забитость мышцы? Отек. Отек. Конечно, разбухает мышца, забивается вся кровью. Что нам нужно сделать? Улучшить оттуда отток лимф. Лечь на спину, ноги задрать повыше. Во, прекрасно. 21 пробежал, и да, там и задрал, и еще потом 21 добегу. Да, да, да. Лучше загрел и побежал. Или комплесеночки одел. Комплесеночки надеть можно. Помогают? Ну так, да, вот да. Не, я не спорю. Конечно, можно и компрессионочки, можно и делать и контрастный душ, если есть возможность. Компрессия, чем отличается? Компрессии от декомпрессии? Ну понятно, компрессия сжимать, компрессия сжимать, но я имею в виду вот, с точки зрения облегчения там, той забитости. Смотри, если мышцу сводит,
то тогда нужна компрессия. Как правило, чаще всего бегуны, марафонцы жалуются на то, что мышцу начинает сводить. И никакого объедятся перед забегом магния, там, и всякой соли, и я не знаю, что там они еще едят. Раньше попьют. Да. Как будто для скорости, да. Стиву. Вот. Все что, ну я видел, люди просто банально едят соль, да, закидывают соль просто в несколько пачек, запивают водой, чтобы не было, ну, бывает такое, да, то есть не соду, а соль, да, любую щепочку, да, ну вот, но иногда и это не помогает, потому что, как я уже тоже сказал, да, человек до 40, как правило, да? Это больший процент пациентов. Человек дожил до 40, там, 45, что-то там с ним случилось в голове, и он решил заняться спортом. Да, нет, просто дети водятся. Возможно, детей надо, да, детям надо показывать. Но он до этого-то, ему никто не показывал. Он начинает делать то, что в интернете нашел. Потому что, опять же, тот же тренер, он же начинает, раз сына надо воспитывать, он начал тренер, я знаю. Начитался. Фига мне какой-то доктор. Я все прочитал в интернете. И сам наклею, не нужно мне это. Ну, пожалуйста. Естественный отбор. Естественный отбор. Никто не исключал. Как называется то, что вы сказали, лимфа? Ну, вот этот способ. Лимфатическая коррекция. Лимфатическая коррекция. А это получается компрессия или декомпрессия? Декомпрессия. Этот пластырь только декомпрессию делает, если его не тянуть на 120-180%. Клею по задней поверхностной линии. Смотрите, захватываю подошвенный апоневроз и пяточное сухожилие. Ахилл. Оно же. Выходя на камбаловидную мышцу. Камбаловидная мышца крепится с наружной стороны, где-то в районе малогрудцовой, головки малогрудцовой кости. Где-то там. Не будем вдаваться в подробности. Разрежем, посмотрим. От пальчиков тейп на стопах, на ладошках клеится всегда без натяжения. Носочек тянет на себя. Самое максимальное сгибание должно быть в голеностопе. Здесь можно чуть его подтянуть, чтобы округлить пяточку. Она же у нас кругленькая. Стараться не делать никаких, чтобы тейп сам с собой не слипался. Да, себе приклеишь же. Да, себе вряд ли. Я пробовал. Нет, ну я перед этим еще 100 ног заклеил. Когда вы кому-то, ну, раз 10 хотя бы сделаете таких аппликаций, вы и себе сможете приклеить. Ну, это не такая сложность. Это не на поясницу, не между лопатками. Между лопатками, да. Это тоже иногда люди, приходящие на семинар с целью узнать о клипировании для себя, уходят разочарованными, потому что наклеить они могут только большой палец и колено. И вот. Да. Поворачивайся теперь у нас. И здесь я сделаю то же самое. Да. Почти.
Ну, то же самое, в смысле приклеения. Но по-другому. Сверху. Нет. Принцип он не изменяю. И надписью будет так же. Смотрите, как правильно. Не так неправильно. Я приклеиваю к пальчикам, да, сгибая пальцы, приклеиваю к основанию пальцев. Чудо. Чуть-чуть больно. Где? Ну, вот это. Вот это большое, да. Пересломанный. Сейчас мы его полечим. Я приклеил якорь. Затем я прошу пациента, спортсмена, сделать 90 градусов со мной. Больше. Больше не надо. 90. Подтягивая тейп, удерживая, смотрите, у якоря, я приклеиваю его в неком натяжении. До даже 30%. А штаны-то делают потом? Нет, голову пойдет. Я тебе не пружины приклею. А дальше тянем носочек. Тянем носочек. И приклеиваем тейп. Ты даже можешь танец тебе не нужны. Да. Наоборот, можно сделать. Сейчас так пойдет. Общий серебрик. Ты наоборот, ноги гораздо больше. И там прям обращение улучшено, все улучшено. Даже на плечах. На экипировку. Да. Чисто стенки сделал. Сейчас, кстати, экипировка футболистов со вставками тейпа. А, Adidas же еще, по-моему, с этим. Выходи сам, давай, делай. Также поезд закрепить и заднюю, и латеральную линию спирали. Вот. И, в общем-то, все. Так, что еще показать? Все хотят рот. Первый рот. Четырехвалку. Четырехвалку. И теперь? Может, кому-то еще, а то, ну, прям... Да раздеваться долго. Хорошо. Еще раз. Лимфатическую коррекцию, пожалуйста. Лимфатическую коррекцию. От забитости. Тогда давай я лучше на икроножную покажу. А, потому что здесь на четырехглавую я, ну, она другую, она не будет такой целесообразной, рабочей, именно на четырехглавую. А если на четырехглавую? Можно, я покажу, как четырехглавую поклеить. Ее просто нужно, ну, добиться то, чтобы таких же конволюций, что мы сделали на спине, просто в позиции клеится. Нога свисает с кушетки, разгибая максимально тазобедренный сустав. Это можно забитость мышц тренировать, ну, точнее, убирать с помощью растягивания также передней поверхностной линии. Здесь важно подушку ставить на пальчики при растягивании максимальным полным. Лимфатическую коррекцию. И, ну, в аналогии задняя поверхность бедра. Ты можешь чуть ближе подвинуться? Еще краешку. Еще краешку. Нога должна упасть. Еще. Еще. Вот как задняя поверхность.
бедра натягивается. Да? Растяжение мы сделаем. И мы будем от седалищного бугра к наружу клеить мышцу. Клеить мышцу? Да, заклеить мышцу. По мышце, по уходу мышцы. А далее, где, на каком, да, там, из участков, там, верхний треть, нижний треть, где больно, мы можем над этим уровнем еще добавить декомпрессию. И все. Я... Не хочу вас путать именно в... Я говорю о том, что можно поклеить по много как, да, способов. И я сейчас использую именно способ, то, что называется вот это, да, улучшающее движение по тенсивити. Да? То есть мне не нужно, я не работаю с болью конкретно, где-то вот болит колено. Да, я там могу постучать ударной волной и сделать там, да, какие-то постизометрическую релаксацию. Но я в основном, иногда мышцу слабую сразу очень сложно выявить. Именно выделить слабую, которая, с другой стороны, да, сразу понятно, нога слабая. Но какая из мышц в этой цепочке? А может быть две мышцы этих цепочек. И иной раз следует просто не брать эти стандарты, стандартные аппликации, а выдумывать что-то свое, придумывать, как строго по мышце двигаться, или смещая в одну лишь сторону кожу, но двигаться по мышце. Посмотреть, то есть можно определить, смещая, да, то есть вот болезненная мышца, внутренняя, там, да, приводящая мышца бедра, например, или там полуперепончатая. Слышали про полуперепончатую мышцу? Нет. Что делает полуперепончатая мышца? Приводит. Синергист, тоже приводящая мышца, тоже помогает, также она помогает согнуть колено. А еще она также участвует в, дальше в поезде, она тянет ахилл, помогает и икроножной мышце разгибать стопу. Бывают разрывы, ахиллы, сухожилия. Да? Все знают, как можно диагностировать сразу ахилл, разрыв ахилла. Пощупать. Поднять. Пощупать, да, можно за падение или сжать посередине икроножную мышцу. И увидите движение вот такое. Пяточка двигается. Да. Или не увидеть его. То есть, если тотальный отрыв, то будет, не будет вот этого движения. Это очень больно. Но один человек, которого я знаю, может быть, вы его знаете, она пробежала 5000. Это сейчас на, ну, это в 14 году была первая женщина в Америке, пробежала 5052, по-моему, дня. А, 5000 километров? Да. Ух, ё. А, Оля Абрамовская? Да. И вот она до сих пор не дошла до меня. Вот я думаю, что там разрыв хронический. Да. Хронический? То есть вообще не доживая? Там уже был разрыв ахилла. Но сформировалась эволюционная ткань. И очень сложно его даже, ну, я ей прошу, да, принеси УЗИ, там, рентген, что-то, она все то по работе, то что-то не может, то еще что, я что-то не смог приехать, ну, какие-то вот все у нас никак не это. Она занимается, сейчас я ей дал электромиостимулятор, она занимается закачками, но думаю, что там, я еще пока не видел УЗИ, не видел рентген, мне нужен сейчас рентген, я ей это сказал. Нужно именно посмотреть целостность ахилла, вот этот треугольник. Потому что здесь еще 7 мышц, которые делают это движение вместе с ахиллом, помогают. И сгибатель большого пальца, сгибатель пальца, сгибатель стопы, все они делают это движение. Но они более короткие, не такие длинные мышцы. Поэтому, когда она пришла ко мне, а это было уже спустя 2 месяца, как она пробежала эти 52, 55 тысяч километров.
То есть я уже делаю этот тест, у меня все нормально двигается там. Ты зарубцевался? Зарубцевалась, но есть боль, локализующая только по наружной, до наружной лодыжке. Боль незначительная и каждое утро отек. Вот есть небольшая припухлость, есть. Вот есть отек какой-то у ахиллы. Какой-то она дискомфорт чувствует. Ну не может ни бегать отсюда и даже плавать что-то. Я ей говорю про дно, она делает все равно по-своему. Ну, профессионал. Ну вот. Лечится, в общем, еще одна. Пока лечится. Лимфатическую коррекцию, да? Уже нарезал. Нет? Да это маленький, но можно его использовать. Я просто, да, чтобы показать. Расскажите за эстетическую часть. Цвета какие-то разные, есть неразные цвета. Да. Ну, чем вообще, почему рок-трейп? Почему я выбрал рок-трейп, да? Потому что, ну, знаете, кинезио-трейп очень много всяких разных, всевозможных. Это не значит, что я клею только рок-трейп и больше ни на какие трейпы не смотрю и никакие не тестирую. Я работаю с многими трейпами, и с кинезио в том числе, и все, что приносит пациент, все, что есть в наличии у меня, смотря на что эта аппликация, на лицо ли, клеивают или долго ли ее клеить, как при у детишек с ДЦП, ребенок это или бабушка, или дедушка. А вот этот рок-тейп, это разве не кинезио-тейп? Нет. Вот кинезио-тейп это все. Все, что тянется, все, что растягивается из клеевой основы, это называется кинезио-тейпами. Но есть некие фирмы разные, да, которые... Вот рок-тейп. Чем и как позиционирует себя рок-тейп? Цвета, гамма цветов, что он более крепкий, да, крепкий. То есть мы, не мы, а взяли те же самые, да, исследователи. Взяли все жалобы, ну сколько держит, ну все остальные тейпы меньше держатся. Этим как бы вызвано, да, там три, а то и два. Голеностоп может и день, и все. Я вот такой архивы точно будет. Что? Привет, как на ахилла, клеил точно нигде не держится. Обычный клеил. Вот. Вот этот на ахилле, на икроножной голеностопе продержится 3, это я обещаю, 3-4 дня. Легко. То есть взята идея кинезио-тейпинга, но сделали более плотный материал, более четкий, да, там, твердый, скажем, клей, да, посильнее. Все. Все остальное все то же самое. За основу рок-тейп взяли именно миофасциальные меридианы, там, скажем, другие аналоги, там кинезио в том числе, они клеют на мышцам изолитов. Все, больше ничем не отличается. Лимфатическая коррекция. Якорь всегда клеится в проекции лимфатического сосуда. Это, как правило, к лимфоузлам поближе. Поближе к лимфоузлам. Но нам уже нужен отток. Нам уже нужно, чтобы направить движение жидкости. Да? Сейчас объясню, как направляется. Сразу говорю, да, подколенные ямки, паховая область, еремная ямка, подмышечные впадины. Тейп туда не клейте никогда, не нужно. В проекции крупных сосудов тейп, возможно, будет возбуждать бадорецепторы, которые могут повысить или снизить, наоборот, артериальное давление человека. Так вот, клеится в проекции лимфатических сосудов. Мы знаем, что лимфа течет от периферии к центру, поэтому якоря будут двигаться, если снизу, да, то к середине. Ну, как нашему. Как массаж, наверное. Верно. Верно. Все, в принципе, те же самые. Противопоказания к наклеиванию тейпа. Все те же самые, что и у массажа и какой-то любой физиопроцедуры. Кроме того, что вот мы не можем клеить на, допустим, поврежденную кожу. Какое-то гнойничковое поражение, заболевание кожи. Слишком сниженный тургор, мягкая кожа. Тонкая кожа.
на большом отеке, если вы видели, такое рожестое воспаление есть. Видели? На такую кожу. Я клеил, пробовал. В чем? Все хорошо, спадает отек при рожестом воспалении, отлично уходит отек. Но оторвать тейп очень больно. Очень человек прям приходит и говорит, очень больно его снимать. И вместе с кожей? Естественно, потому что она истончена, поражена. Легко дергается. Быстро дергать? А я наоборот говорю, а что тебе помешало, скажем, залезть в ванну и в ванной снять его стекла водичкой, поливая? И догадался. Это печально. Это печально. А сколько одновременно может быть аппликаций на одного человека? Сколько позволит человек? Это никак не вводит организм в какой-то дисбаланс? Ты так много возбужденных зон. Знаете, кроссфит? Были, проходили кубки по кроссфиту, большой кубок кроссфит. Это функциональный тренинг, огромный, да, и тем более проходят соревнования по этому виду спорта. Ни одного какого-то, чтобы мне сказали, что мне он чем-то помешал или как-то испортил, я слышал только наоборот. Лучше, круче. Я не знаю, как он помогает, но выглядит круто. Даже это стимулирует. И пусть какой-то доктор мне в диспансере сказал, что это плацебо, и здесь сказали, что это возможно, я тут вам по ушам ездил, там, да, сказал вам, что он помогает. Значит, научно доказано. Конечно, это все, и причем я вам опять же все показываю наглядно, достаточно доступным, я считаю, языком, да, я не говорю какими-то научными там фразами. Все за счет простых физических да, там, явлений, обычных. То, что пластырь тянется, он будет тянуть кожу. Вот отличие еще, да, с кинезио. Они говорят, не знаю почему, видимо, Кинзо Хосе изначально когда-то сказал. Натягивать надо, да? Нет, натягивать лимфокорректирующий совсем натягивать не надо. Я отпускаю прямо наоборот, чтобы даже заводское натяжение ушло. Натяжение мы делаем, можем создать. Оно у нас создастся это натяжение за счет отека. Мы же накладываем лимфатическую коррекцию на отек. Отек сойдет и сформирует кольца, которые улучшат еще больше уход. Лента всегда накладывается, если вы заметили, да, не по ходу уже мышечных волокон. Мы работаем с отеком, который формируется под кожей. Поэтому нам более глубокие слои не нужны. Нам ход мышечно-сухожильного меридиана не нужен. Мы можем сделать много-много маленьких лимфатических коррекций. Можем сделать одну большую и растянуть ее на всю ногу. Что у нас с вами? Все. Как сказать? Осталось две пачки тейпа. Как, знаете, на что похоже? Все сразу. На паутинку. Йодовая сетка. Йодная сетка делает приблизительно ту же самую линию. А у меня дружочек с такой делал африканский недавно. Что делал ему? Фамилию не могу сказать, но врач позиционный дружочек профессор. Каждую нужно проклеить, прогладить. И что у нас получается, да, почему именно создается ток лимфы? Во-первых, лимфатические узлы у нас, да, по краям, в подколенной ямке у нас есть. Также у нас тут же есть крупные сосуды, вены, в частности, которые также выводят
жидкость из нижних отделов, да, стопы и голени. Когда я, да, вам приклеил тейп, наклеил, он у нас собрал кожу, да? Значит, улучшил лимфатический ток под тейпом. А здесь? Здесь я не клеил. Здесь, где нету, там все осталось как было. Здесь создали отток, здесь нет. Создали? Нет. Создали? Нет. Почему именно сетка? И за счет этого идет движение именно к лекарю. За счет разницы давлений. А? Как рельсы. За счет, да, как рельсы. А он сам даже тейп как рельсы. Вы даже, чтобы округлить, допустим, плечо, вы растягиваете только одну сторону, а внутренняя часть не растягивается, чтобы повернуть тейп. Например, когда вы клеем, вы на большой вопрос. Приклеить на бедро с целью, скажем, изменить фасцию. Точнее, поменять ее ход. Ножку согнуть. Мы прощупали, да, деформированную фасцию, например. За счет, чтобы был перелом, вставили штифт или там что-нибудь, винты, убрали их уже. И здесь человек чувствует, кожа, вы иногда можете на ком-то, у кого-то увидеть, кожа не двигается даже над поверхностью, но конгломератом прям спаяна, да, с нижележащими тканями. Ее не поднять, ни вот так не зацепить, тут невозможно ее даже приподнять. Ты клеится только с целью смещения фасции подкожной, именно наружной, да, поверхностной фасции. Якорь без натяжения. А дальше смотрите. Я натягиваю фасцию на себя, клею с небольшим натяжением тейп. На себя с небольшим натяжением делаю этот самый поворот. Я получилось, что я, натягивая сюда фасцию, тейпом растягиваю в другую сторону. По сути, я сделал вот так. И вот так. Бедро, четырехглавы бедра. Покажу. Ох ты, бедро. Мальчиковый лучше, нет? Там красивый, мне потом осталось. Какой? Давай я. Сколько такой этим удобствует? 790 рублей, кстати, если кому надо. Наверху есть. О! Да. Это Бочкова? Есть там прикольные вообще желтенькие. Как они называются? Биоугрозы. Биоугрозы, да. Такой. После наклеивания тейпа некое тепло. Некое? Да. Которое все сразу. Чем он? Чем у него за лекарство? Чем он пробит? Не капляется.
И рефлексы, да, они тоже говорится. Улучшение кровоснабжения? Конечно, за счет того, это и есть улучшение микроциркуляции. Ну, это вся и фишка. И потер я его еще какое-то время, чувствую тепло человек. Вот после наклеивания какое-то время нельзя, наверное, мочить его? Час. В течение часа его лучше не мочить. Лучше перед, там, скажем, если заклеиваете перед марафоном, полумарафоном, лучше заклеить за час, чтобы он как следует кожу приклеился. Двигайся, ножку вниз опускаешь. И намеренно начинаешь. Еще. Лучше. Вот у нас разогнутый тазобедренный сустав. Мышца четырехглавая начинается у передней верхней кости подножки. Вот туда мы приклеим первую ягодицу. Затем, ну, нога у нас разгибается за счет того, что она опускается с кушетки. Я прошу самого пациента взять за якорь и натягивать, вот он, смотрите, натягивать выше. Подтягивать. Ты держать. Держишь? Нет, это уже низко взял. Естественно, вот сейчас нет соблюдения поверхностной, да, растяжения поверхностной линии передней. Нужно, чтобы он лег. Ну, он не хочет, он хочет смотреть. Ну, ленту. Потом взять. И, смотрите, без натяжения, склон прямой мышцы. Обходя коленную чашечку. Но можно ее же вообще забиты с латеральной линии всей. Вся латеральная. Латеральная линия, да. Прямо идет от лодыжки, от наружной лодыжки. Я даже с внутренней лодыжки начинаю через, ну, чтобы тейп лучше держался. Перехожу через пяточку. Иду четко по боковой поверхности. Одним тейпом? Одним тейпом до большого вертела. Там где точечка больная, да? Ну, бывает, да.